Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzz Love Play, мы продолжаем играть в Tomb Raider 2013 года. На этом месте мы закончили прошлый выпуск. Вперед, все! Найдите избранную, а это моя! Так, как нам с ним справиться? Я даже не посмотрел в прошлый раз, что вообще здесь делать. Сейчас попытаемся по-быстрому как-нибудь приблизиться к нему. Я не знаю, это хорошая идея или не очень. Черт. Видимо, не очень. Видимо, я не туда свернул. О, вот здесь хорошая стена. Крепкая. А, убить мы его никак, наверное, не сможем. Наверное, не сможем. Ну, потому что это... Он убьет с такими перерывами, да? А в ногу куда-нибудь попасть ему можно? Нет, нет, там постоянно по пулемету он тикает. Хотя стреляем точно много. Так, что у нас здесь? А, мы вот сюда. Давай! Отлично! Доби его! Да ладно, ладно, хорош! Вот ведь гад, а? Теперь не спрячешься! Ну, хорошо, хоть мазил. Это что такое сейчас у меня в руках? Нажмите, чтобы выстрелить. А, это гранатомет. Ладно. Классно, подствольничек нашли. Ну, вот эта вещь. Фуф. Ладно, патронов здесь много всяких разных. И мы теперь, наверное, можем вот это вот так с гранатометиком. У нее гранатомет. На то, ребят. Так, ладно, разбили. Где он? Что я сделал сейчас? На. Она его взяла, слышали? Красавца, да? Да ладно тебя. Ладно, ты чуть немножко расслабился. Давайте, погнали. На. Есть. Не знаю по поводу артефактов и прочего. Оп. Тихо. Ну давай. Да, ну не придумал, да? Ты у меня мушки. Ай, на меня мушки. Да что ж ты будешь делать, да? Есть, вот он вот там спрятался, да? Ах ты, зараза! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально. Ах ты, зараза такая, ты посмотри на них, сколько их там, а? Да ну, ёлки-палки, а! У меня что, там пулемет что ли, стоит, да, наверху? Вот, умри! Вот... Ну, ты зараза такая! Есть! Чё-то он живой! Да как он выжил-то? Ну-ка, на! Фуф! Бред какой, а! Что это такое? Гранаты, как мы их кидать-то можем? Я что-то не знаю. Кто в меня кидает? Здесь гранаты. А как кидать гранаты? Непонятно, ладно. Крепость братства. Помповый дробовик. Модификация оружия. Старый дробовик в помповый дробовик. Отлично. Выполнено. Навыки. Есть. Это у нас полностью на 100%. Здесь у нас что? За использование стрел как оружие ближнего боя дается награда. Модифицируется перекрестие прицела. Отлично. Нажмите F, чтобы добить оглушенного противника стрелой. Понятно. Должен быть выбран лук. Хорошо. Пистолет за добивание врагов. Понятно.
Я не знаю, зачем нам эти вещи уже, ну ладно. Ладно. А, мы же с вами еще, наверное, что-то улучшить можем. По-любому, у нас вон сколько снаряжения. И мы можем улучшить тебя. Обмотка складного приклада помогает стабилизировать оружие при стрельбе. Ладно, возьмем. Зарядка. Автоматическая доставка патрона ускоряет перезарядку оружия. Шикарно. Хорошо. И что у нас с тобой вот здесь? С тобой ничего. Гранатомет. А, это просто гранаты, что ли, нарисованы. Ясно. Все остальное у нас модифицировано. Все. Отлично. Куда нам идти? Нам вот туда. Пойдемте. Блин, вот ведь зараза. Это что такое? А, это прожектор здесь был. Тихо. Зараза. Давай. Черт. Все разрушается. И... А, опять гранатометом, наверное, да? На то. Есть. Я вон вижу ребяток. Не подходите ко мне! Идем с нами, мы тебя не обидим. Сэмми! Беги! Да-да-да, Сэмми, беги. Я сейчас, если кого-то увижу, убью. Блин, ладно. Присоединиться к Сэмми. Пойдем присоединяться. Ну что, она жалуется, что она была с пушкой, потом ушла? Или на кого? На нее? Сейчас. Еще гранаты. Вы видите кого-нибудь? Я вижу, вон. А что не взорвалось-то? Взорвалось. Себя окружи, а. Есть. Все вроде. Так, тихо. Нормально. Ты посмотри на него, чертов камикадзе, а. Кто где? Я слышал еще одно. Вот. На. Ладно, нормально. Ах ты. На. А что она не взрывается, а? Какая-то странная фигня с этими гранатами. Ой! Слушайте, я не понял, что там такое было? Что меня так круто убило? Пулемет, что ли, там еще один стоит? Есть, ладно. Так, нужно навесиком с гранатомета-то стрелять. Вот так вот. Баба! Как он выжил? Это же гранатомет, господи. Ну это серьезно, что ли, а? Ну как это возможно? Да на, господи, а? Отлично, разбили там ему это. Баррикаду, стенку. И добили, шикарно. Ну вот ты посмотри на них, а, что творят. На! Есть. На! Попали? Нет, не попали, а вот так попали. Вот там кто-то ползает. Вон он. Да недолет-то такой постоянно, а. Ну-ка сдохни, а? Ну-ка нафиг. Слушайте, ну конечно, не знаю, гранатомет, чтобы только стены, что ли, здесь разрушать. Почему он так плохо стреляет? Я не понимаю. Ой. Что такое наглое, а? Погляди на него, а? Они еще все в броне прутся, а? На. Где они вообще? А, вон. Есть. Вот там кто-нибудь есть? Никого нет. Там. Нет никого, ладно.
хотел собрать с этих. Во, вижу. А, вот так уже можно подсветить их. Точно, точно, точно. Вон, наверху. Зараза. Вот он нас, наверное, убил в прошлый раз. Посмотри на него, а. Весь разоделся. Красивый, сил нет. Зараза, еще молотом кидаются. Да что ж ты будешь делать-то? Есть. Вон, вижу. Где они? Да на, лови. Мне кажется, не добил. Вот отсюда. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот они, вот они, вот они, мальчики. Ха-ха-ха, есть. Чё ж живучие-то такие вы гады. Вон, вижу. Еще один. Нет, не убили. Сдохни. Ну что, убили? Непонятно. Непонятно. Вроде убили. Отлично. Здесь у нас что-нибудь есть интересное? Нет, нет, ни черта. Здесь граната. Блин, а, слушайте, что они такие сильные-то? Слушайте, это вообще западло. Просто нереально. Но здесь ничего нету, здесь никаких артефактов, ничего я не вижу. Так, хотя бы контрольную точку нашли. Она вон там, подстрели ее! Посвети мне! Это вы что ж, вы издеваетесь, что ли, а? Тихо. Я, наверное, не смогу разбить этот прожектор, потому что он весь витим бронированный был. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай вот так. Куда она улетит? Никуда не улетит она в пол. Так, он стреляет только туда, куда свет. Нормально, нормально, нормально. Поближе, подобрались, подобрались. А, что-то там было-то. Вау. Я вижу, вот там веревка. Эй-яй-яй-яй-яй. На. И что мне делать? Вот что мне теперь делать-то тут? Ничего мне это не дало, не знаю. Вообще далеко от них. Ах ведь черт, черт, черт. Здесь все горит и здесь пройти нельзя. Нельзя, нельзя пройти, нельзя, я сейчас сдохну. Падла. Падла. Но это вообще нормально, вот это вот это нормально, а? Взяли и все перегородили там. Вон там вижу чувак. Где еще кто? Вон еще один. Да нафиг. Как нам туда попасть? Как нам туда попасть-то? А, это они просто скатываются туда, что ли, да? Отсюда туда скатился. Слушайте, я что-то за яд затупил. Вот тут же подниматься можно. Я на них смотрю и не вижу. Вот это я дал, а? Вот это я затупил. Окей, хорошо, все нормально, нормально, нормально. Сюда перебрались. Все шикарно. Кого гранатомер? Что? Где? Ай! Это мы на своей гранате, что ли, долбанулись? Тихо, тихо, тихо. Куда? Куда? Чего? Ай! Ах ты, черт. Мы раскрыли там доску, нет? Секунду. Нажмите, чтобы выстрелить из подствольника. Да я понял все, господи. Я все понял. Нам, то есть, нужно было вот именно в это окошечко как раз, да, стрельнуть в него. Ну что он там, быстро? Есть! Фу, попали! Лара! Лара! Эвелиза! Скорее! Иди к Роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь! Беги! А что нам нужно сделать, чтобы стало можно в вертолет-то садиться? Разорить могилу химика? Так мы это уже сделали в одном из выпусков. Мы ее нашли, разорим. Нет? Осквернить? Нет. То, что мы одним своим присутствием там все осквернили уже, наверное. Ладно, посмотрим, какой здесь будет режиссерский ход.
Или сценарный. Я даже не знаю. Куда нам? А, вон, я вижу. Вот это я дал. Взял, не заметил эти планочки. Мучился там. Так. Давай. Блин, у нас проблемы. Ай-яй. Давай, милая, давай. Чуть-чуть, выберемся сейчас. Все путем. Где этот гад-то? Господи. Давай быстрее. Нужно идти их успеть предупредить. Господи, опять этот бо... Черт, бегом! Да чтоб тебе пусто было! Зараза! Держись! Влево-вправо! Сейчас! Года этого! Давай! Отлично! Все, выбираемся и текаем отсюда нафиг! Ах! Ай, блин, тормознул в самом начале. Сейчас опять проблемы будут. Ну ладно, сейчас прорвемся. Есть. Что, куда? Нормально. Вертолет. Они сели в вертолет, они еще, смотри, совсем чокнутые. Постой! Бури! Это слишком опасно! Рот! Проклятие! Твою ж за ногу, что ж вы делаете, ребятушки? Ну, а? Ну как так-то? Ну... Чё, рот совсем дебил, он что, не видел, что с самолетом-то случилось? Не Фома, не верующий. Давай, погнали. Сюда. Есть. Давай. Чёрт, давай, держись. Мимо! Хорошо, с этого же места, нормально. Все, что тут у нас? По этой штучке пройти нужно, это легко. Туда тоже легко. Что там, сосиски внутри, что ли? Держись. Блин, она горит. Отлично. Что, куда она? Наверх. Давай. Давай. Раз. Теперь туда. Нормально. Все путем. Все отлично. Черт, куда мы лезем? На самую крышу, ну понятно. Можно, ну давай, Лара. Ну, не дай бог, еще раз меня уронишь. Ну. Есть. Лара, хватайся! Вот так. Да. Ром, мы должны приземлиться. Иначе начнется буря и будет крушение. Мы не можем улететь. Наши ребятки там, да? Ну что, вы смотрите, сажаете? Нам нужно сесть! Ни за что при такой погоде! Мы не можем их бросить! Я с большим трудом добрался сюда! У тебя же есть пистолет! Да.
Вот, наверное, умер, как всегда, да? Лара! Лара! Разве искусственное дыхание было? Так тупо, так раз целовал, два пацана. Молодец. Пользуется моментом, не теряется. Давай, Лара! Давай, давай, Лара! Черт! Но убей его, блин. Чертов Матиас, а. Черт. Раньше он это сделать не мог? Он застрелил или это свалил? Вертолет японский? Нет. О боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Тот старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Она как Матиас говорит. Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров — одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция — это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Он же провел обряд, разве не вселилась в нее эта императрица? Что там произошло-то? Мне казалось, он провел обряд.
Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Иона! Рейс! Черт возьми! Они же сказали, что не уйдут никуда. Я должна была пойти с ними. Смотрите, что у нас уже со штанами творится. Прям кошмар какой, да? Легче просто отрезать и шорты сделать. Эх, давайте на этом завершать этот выпуск. Блин, как они здесь все классно закрутили. Вон там, кстати, лежит какой-то дневник. Ну ладно, прочитаем в следующем. Огромное спасибо за внимание, друзья. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока.